Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Мы начинаем изучать четвертую главу Процесстворения. Вторая песня Шримад-Бхагаватам, текст первый. Сута увача. Сута увача. Вайясаке. Шукадева Госвами. Ити. Так. Так. Вача. Вача. Речь. Речь. Татва нишчаям. Татва нишчаям. Подтверждающий истину. Подтверждающий истину. Атмана. Атмана. О душе. О душе. Упадхая. Упадхая. Осознав. Осознав. Матим. Матим. Сосредоточенное внимание. Сосредоточенное внимание. Кришне. Кришне. На Господе Кришне. На Господе Кришне. Аутария. Аутария. Сын Уттары. Сын Уттары. Сатим. Сатим. Верный. Верный. Вьядха. Вьядха. Направил. Направил. Сута увача. Сута увача. Вайясаке ити вача. Вайясаке ити вача. Татва нишчаям атмана. Татва нишчаям атмана. Упадхарья матим Кришне. Упадхарья матим Кришне. Вайясаке ритивача.
сказал, выслушав речи Шукадева Госвами, говорившего исключительно о природе души, сын Уттары, Махараджа Парикшит, целомудренно сосредоточил все свои мысли на Господе Кришне. Комментарий Шрила Прабхупады. В этом стихе особенно важным является слово «сатьям», «сатьям», что значит «существующий и верный», «целомудренный». Оба значения этого слова абсолютно точно характеризуют Махараджа Парикшита, как сказано в Бхагавад-гите 15.15. Единственная цель вед – привлечь внимание людей к лотосным стопам Господа Кришны, чтобы все их мысли были сосредоточены только на них. Махараджа Парикшиту повезло, он привязался к Господу уже в чреве матери. Находясь в утробе матери, он испытывал на себе воздействие брахмастры, атомного оружия, выпущенного Ашвадамой. Но по милости Господа, жар этого оружия не сжег Парикшита. С тех пор все мысли царя были постоянно сосредоточены на Господе Кришне, что сделало его целомудренно верным в своем преданном служении. Таким образом, от рождения Парикшит был верным бхактой Господа, и позднее, когда он услышал от Шрилы Шукадева Госвами, что человек полон ли он материальных желаний или свободен от них, должен поклоняться только Господу и никому иному, всегда ожившая в нем преданность Кришне стала еще сильнее. Мы уже говорили об этом ранее. Чтобы человек смог стать чистым преданным Господа Кришны, должны быть соблюдены два условия. Во-первых, для этого нужно родиться в семье преданного и получить благословение истинного духовного учителя. Первое условие – нужно родиться в семье преданного, второе – получить благословение истинного духовного учителя. Парикшиту Махараджа, по милости Господа Кришны, было дано и то, и другое. Он родился в семье таких преданных, как Пандавы. Чтобы род Пандавов не оборвался, Господь, оказав им свою особую милость, лично спас Махараджу Парикшита. Позднее, когда по воле Господа сын Брамана проклял Махараджу Парикшита, тот получил возможность встретиться с таким духовным учителем, как Шукадева Госвами. В читании Чаритамрити говорится, что только по милости духовного учителя и Господа Кришны удачливый человек становится на путь преданного служения. Именно так случилось с Махараджи Парикшитом. Родившись в семье преданных, он получил возможность соприкоснуться с Кришной и с тех пор постоянно помнил о нем. Поэтому Господь Кришна предоставил царю еще одну возможность достичь совершенства при этом служении и свел его с Шукадева Госвами, своим стойким преданным, обладавшим совершенным трансцендентным знанием. Как и следовало ожидать, слушая истинного духовного учителя, Парикшит смог в еще большей степени сосредоточить свой целомудренный ум на Господе Кришне. Шрапопадаки. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Итак, в этом стихе и комментарии содержится очень важная истина, которая дает нам возможность понять ту тему, которую мы, собственно, с вами обсуждаем здесь. Достижение успеха в преданном служении. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что это способность сосредоточиться на Господе. Она, у нее есть как бы способность достичь успеха имеет два условия. То есть есть два условия для достижения успеха. Первое условие заключается в том, что человек должен иметь интуитивную предрасположенность к практике преданного служения. То есть человек должен иметь очень серьезный запас благочестия в бхакти сукрити, преданном служении. И второе условие заключается в том, что преданный должен получить научное знание о Боге, то есть получить трансцендентное знание из уст духовного учителя. Тогда он сможет быть на сосредоточен, независимо от каких-то материальных обстоятельств, будет всегда сосредоточен на лотосных стопах Кришны. И здесь как раз Шрила Прабхупада говорит о том, что такая сосредоточенность, она это достаточно редкое явление. Акама, сарвакама, мокшакама, да, тиврина бхакти йогина яншта пуруша парам. Он косвенным образом цитирует этот стих в комментарии, говоря о том, что это является условием для человеческой жизни. То есть человек должен достичь этого состояния, сосредоточения на Господе, так или иначе, тем или иным способом. И важно вот то, что эти два условия, они очень важны. Подобно тому, как при зачатии и при рождении ребенка имеет значение два фактора присутствия матери, благочестивой матери и самореализованной личности, отца, то есть имеющего трансцендентное знание, при соединении благочестивой женщины и реализованного мужчины, естественно, на свет появляется великая душа. И это как раз связано с тем, что величие человека определяется этими двумя факторами. Первый фактор – это целомудрие, то есть благочестие. Второй фактор – это присутствие трансцендентного знания, самореализации. Оба из них очень важны, и Шрила Прабхупада, когда уходил с этого мира, он сокрушался о том, что он дал трансцендентное знание, безусловно, но вот эта атмосфера, в которой при этом могли быть целомудренными, ее создать гораздо сложнее. И то, что здесь называется целомудрием, это именно та самая вещь, о которой мы говорили вчера с вами. То есть это как нравственность, некая тонкая вещь, которая привлекает Господа. Причем эта нравственность, она носит именно духовный характер сознания Кришны. Это не мирская нравственность, это именно трансцендентная вещь, то есть что связано непосредственно с Господом. Доказательством это является то, что Парикшит Махарадж обрел это целомудрие в отношении с Господом именно в утробе матери, когда он ощутил там, в этой утробе, атмосферу, духовную атмосферу, связанную с присутствием Кришны. То есть Кришна вошел в чрево Уттары, то есть в тело своей преданной, для того, чтобы спасти Парикшита. И он как создал там для него определенную такую защиту, которая не позволила Брахмастре сделать свое дело. Подобно этому, мы все находимся в ситуации очень похожей, когда
мертвые, мы находимся под влиянием вот этого брахмастры, кали-юги, кали. И то, что нас может защитить от воздействия кали, это вот эта атмосфера. Атмосфера присутствия Господа. Связано с присутствием Господа. Это как раз то, что позволяет нам обрести склонность заниматься преданным служением на интуитивном уровне, то есть обрести благочестие в сознании Кришны. Именно атмосфера отвечает за это. То есть, если человек занимается преданным служением, но он не чувствует эту атмосферу, то его отношения с Господом не будут целомудренными. Что значит целомудренное отношение? Целомудренное отношение означает, что преданный Кришне, он не, как, не пытается воспринимать Господа с помощью материальных чувств. Потому что оскверненность человека заключается в том, что он ко всему относится как к объекту чувственного наслаждения, к объекту чувственного восприятия. Это называется порочность. То есть порок человека заключается в том, что он все, что воспринимает, он воспринимает как объект своего чувственного наслаждения. То есть он действует как субъект, а все, что вокруг него, это объекты для него, для его наслаждения. Это называется порочность. И целомудрие, как нечто отличное от этого, проявляется в том, что преданный не ломится к Кришне напрямую, считая, что он достоин даршина Господа и достоин воспринимать Господа, созерцать его божественную удивительную форму. Преданный так не думает. Он предстает перед Господом в настроении, что Господь является субъектом, он является господином наслаждающимся, и он по его воле я могу увидеть Господа. То есть отношение Господа, отношение Господу преданного целомудренно, это означает, что он не пытается схватить Кришну, не пытается завладеть им для своего какого-то спасения или чувственного наслаждения. И когда преданный целомудренен, то Господь проявляется. Господь, он является высшим наслаждающимся Пурушей, он проявляется тогда, когда мы целомудренны. Он проявляется в звуке своего имени, он проявляется в форме божества, он предстает перед нашим взором тогда, когда мы настроены именно так вот. Наша преданность к нему, она не носит вызывающий характер. Кришне не нравится, когда на него смотрят прямо. Кришне нравится, когда на него смотрят глазами любви. То есть нематериальными глазами. Тогда Кришна проявляется. Итак, это секрет. Откуда же берется это целомудрие? Оно берется именно и благодаря тому, что преданные живут в духовной атмосфере, в атмосфере служения, в атмосфере любви, в атмосфере, где нет насилия и зависти. Если человек воспитывается в такой атмосфере, то его отношения с Богом, они будут они будут привлекательными для Кришны. Общество, в котором мы живем, оно, к сожалению, пронизано вот этим, как духом навязывания своего внимания, навязывания как бы какого-то стремления наслаждаться. Люди смотрят друг на друга похотливыми взглядами. Мужчины смотрят на женщин прямо. Женщины смотрят на мужчин прямо.
Да? В их взглядах присутствует, так сказать, этот дух. Я вижу объект. И они даже не скрывают этого. И поэтому люди, не, как бы, они не хотят вступать во взаимоотношения, не хотят принимать ответственность. Почему? Потому что это опасно. То есть, если на тебя смотрят прямо, это означает, что тебя хотят использовать, эксплуатировать. И принимать ответственность в такой ситуации – это опасно. Потому что человек оказывается обманутым. И мужчины, и женщины развращены. Поэтому им очень сложно создавать настоящие искренние отношения друг с другом, настоящие семьи. Почему? Потому что присутствует дух эксплуатации. Вот. И Кришна, он точно таким же образом воспринимает. То есть природа жизни, она идентична. Так же, как мы относимся друг к другу, мы относимся и к Богу. Если мы относимся друг к другу целомудренно, бережно, деликатно, принципиально, честно. То есть присутствует момент целомудрия, чистоты, то тогда, конечно же, Кришна, он будет проявляться перед нами. Так есть в духовной жизни, есть оба эти аспекта, они одинаково важны. А материнский аспект духовной жизни, он связан с милостью Шримати Радхарани, то есть общество преданных, атмосфера в обществе преданных. Это проявление шакти и милости Шримати Радхарани. То есть там, где есть вот эта атмосфера, там присутствует Шримати Радхарани. Соответственно, Кришна привлекается Шримати Радхарани, он привлекается живыми существами. Живые существа привлекательны для Кришны в том случае, если находятся под влиянием внутренней энергии, то есть под влиянием Шримати Радхарани. Это то, о чем мы говорили с вами вчера. Вот, поэтому для того, чтобы Кришна принимал преданное служение в своих преданных, необходимо, чтобы их преданное служение было пропитано вот этим настроением, пропитано этой атмосферой. Тогда Господь проявляется здесь. Так божества Радхи и Кришны, божества Радхи и Говинды, они являются божествами общины. То есть они, собственно говоря, присутствуют в общине вайшнавов, и они принимают служение преданных своих тогда, когда оно осуществляется именно в этой атмосфере духовных взаимоотношений. Божества Радхи и Говинды олицетворяют практику чистой преданности. Орхидеи. Практика чистой преданности означает, что преданные совершают усилия для того, чтобы создавать эту атмосферу и действовать вот, в сознании Кришны именно в духе преданности вайшнавской семье. Когда мы совершаем эти усилия, то тогда Шримати Радхарани становится очень довольной и проявляется милость божеств. Она проявляется именно таким образом. Когда преданный совершает служение божествам совместно. Я знаю, что здесь я вчера общался с преданными, я знаю, что в Омской ятре очень много преданных служат божествам. Это ведь так, верно? Очень большое количество преданных задействовано в служении божества. Вот. И совершенство, вы, вот все преданные присутствующие здесь, совершенство достигнуте тогда, когда все преданные ятры, они будут задействованы в служении божества, совместное служение. Кришна принимает совместное служение преданных. Он принимает служение, которое делает не индивидуум, а служение, которое рождается в результате сотрудничества между преданными. Вот такое служение приносит наслаждение божествам. Поэтому, когда все преданные общины, они будут заняты в духе взаимного сотрудничества,
будут заняты в настроении взаимного сотрудничества, служения Божества. Причем под этим не обязательно подразумевается личное служение Божества. Делать гирлянды для Божеств, шить одежды для Божеств, готовить Богу для удовольствия Божеств. Как правило, личное служение выполняет небольшая группа преданных, это всегда так. Но под служением Божествам подразумевается все, что мы делаем в ядре. Это служение должно происходить совместно. Тогда эти божества, они будут очень довольны преданными, потому что они олицетворяют именно практику чистого преданного служения, то есть усилия в этом направлении. Когда в общении преданных возникает такая атмосфера, атмосфера доверия и сотрудничества, то есть когда порог зависти понижается, понижается порог претензий, и преданные начинают воспринимать друг друга без предубеждений и занимать вот такую позицию, как бы без... То есть когда порог уходит из сердец преданных благодаря этой практике, благодаря этим усилиям, то в такое общение появляются очень хорошие семьи преданных, и там рождаются целомудренные дети, целомудренные с точки зрения сознания Кришны. Когда рождаются целомудренные дети, то Шрила Прабхупада говорит, это первое условие, да, для того, чтобы стать чистым преданным. Нужно родиться в сознании Кришны у вайшнавов. Некоторые чувствуют грусть, когда я это говорю, верю в глаза. Ну а как же мы? Вопрос в глазах преданных. Мы тоже можем родиться преданными. То есть это рождение, рождение вот в такой целомудренной атмосфере общины, то есть наше рождение обеспечит созданием этой атмосферы. Когда мы создаем эту атмосферу, это сделает нас также целомудренными. Но дети, которые рождаются у преданных, они сразу с детства получают такую возможность быть интуитивно предрасположенными к чистому преданному служению. И именно это является долгом грехас. Создать эту атмосферу в общине, чтобы их дети, они смогли стать преданными. В противном случае рождение детей, оно становится очень... Воспитание, рождение детей становится очень сложным процессом, очень неоднозначной деятельностью, которая не всегда понятна, относится ли она к чистому преданному служению. Потому что дети рождаются, и они оказываются потом в атмосфере, в которой они не предрасположены служить Кришне. И тогда жизнь грехасхи, она становится сомнительной с точки зрения идеалов преданного служения. Так наша первая обязанность заключается в том, чтобы стать хранителями нашей общины, ее атмосферы, ее вот этого настроения. И вторая наша обязанность, второй наш долг, который связан с нашим вечным предназначением, это, безусловно, внимать трансцендентным наставлениям, то есть внимать трансцендентному знанию. Когда человек внимает трансцендентному знанию, не находясь в этом положении, то это развивает в нем анартхи, развивает различные подмены, различные перекосы. Человек может стать фанатиком, он может стать сахаджи, он может просто стать безнравственным человеком. Потому что он воспринимает трансцендентное знание, но сердце его, оно не готово. Мы часто не понимаем, что эти знания, Шримад-Бхагавад-Гита, они даны именно для людей, которые жили в ведической цивилизации, они жили в общинах, они жили в этой атмосфере. И поэтому они воспринимали трансцендентный звук, но они воспринимали его целомудренно.
Современный же западный человек, он воспринимает этот трансцендентный звук, и что там у него при этом растет в сердце? Никто не знает. Это проявляется только тогда, когда преданные разрушают свои семьи, начинают, как бы, у них появляются такие, появляется безответственность какая-то, такая слабохарактерность, своеволие и другие качества, которые присущи людям, ну, относящимся к низшему типу. Это означает, что человек получил знания незаконно. Шастра говорит, что шудра не имеет доступа к ведам. То есть шудре не положено слушать веды. Почему? Потому что человек, у которого есть порочная какая-то безответственная природа, он, когда получает трансцендентное знание, он его только разрушает. Итак, мы воспеваем Святое Имя Господа каждый день. И из-за того, что мы не целомудренны в отношении с Господом, наше воспевание, оно носит оскорбительный характер зачастую. То есть мы проявляем какие-то состояния апатии, состояния сонливости, состояния, ну, какой-то безответственности во время воспевания. Именно по той причине, что у нас присутствует это шаблонное отношение. Мы относимся к Святому Имени так же, как относимся ко всему остальному. К своим обязанностям, к людям, которые нас окружают. И по этой причине во время поспевания мы не испытываем благодарности, мы не испытываем внимательности, мы не испытываем ответственности. То есть тех состояний, которые связаны с целомудрием человека. И в этом случае, конечно же, Святое Имя, оно не открывает себя. Даже если мы пытаемся его слушать, чем больше мы его пытаемся слушать, сосредоточиться на нем, тем дальше она от нас становится, потому что Кришна, как бы, он, это знаете, как, вот, есть человек, он ведет себя навязчиво, бесцеремонно. Какая будет реакция на такую личность со стороны человека, который, ну, имеет вот утонченное, такое возвышенное сознание? Какая будет реакция на такое общение? Он будет держать дистанцию определенную. Конечно, какое-то отношение будет, но не будет сокровенных отношений. А тот человек, который обладает имеет какую-то развращенность, он может чувствовать, что объект от него ускользает, и может еще больше, так сказать, лезть. Да? Реакция будет еще больше отторжения. И смысл заключается не в том, чтобы пытаться насильно услышать Святое Имя, пытаться овладеть Святым Именем во время практики. А смысл внимания к воспеванию Святого Имени заключается именно в том, чтобы проявлять, ну, правильное чувство, правильную эмоцию по отношению к Святому Имени, проявлять радость, благодарность, проявлять внимательность по отношению к Святому Имени. То есть качество, которое присуще именно целомудрию. Тогда Кришна, он идет навстречу, Святое Имя Господа, он идет навстречу преданному. И тогда преданный начинает слушать Святое Имя, начинает слышать его, начинает чувствовать Кришну в своем сердце. Вот в чем секрет. А не в том, чтобы Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Понимаете? Шрила Прабхупада ки. Да. Сказали про то, что знание, оно разрушает, если недостаточно целомудрия. То есть, а какая тогда альтернатива, если человек
если практикующий может наблюдать, что целомудрия недостаточно, и что знание разрушается. Нужно следовать наставлениям. Не просто упаковываться информацией возвышенного свойства, а следовать наставлению ачарьи. Наставление ачарьи заключается в том, чтобы установить свою жизнь в ашраме. То есть ашрам – это то место, где человек служит, где он расстается со своим пороком. То есть каждый должен жить в ашраме. Грихаса ашрам, брамачари ашрам, ванапрастха, саньяса ашрам. Это место, где человек культивирует целомудрие, то есть дух служения, дух любви. И наставление заключается именно в том, что каждый должен принять образ жизни, целомудренный образ жизни. То есть нужно не просто слушать трансцендентное знание, нужно следовать им. То есть предполагается, что в западной цивилизации нет общества, где люди могли бы быть вот такими, о котором, как здесь говорится, Парикшита Махараджи. Поэтому Шрила Прабхупада принес трансцендентное знание. Но смысл заключался не в том, чтобы упаковывать шудру трансцендентным знанием. Или даже ниже. А смысл именно был в том, что люди будут следовать наставлениям и создадут общество, общины, в которых они будут жить целомудренной жизнью. И будут способны слушать об играх Господа. Смысл не знания, а вообще и общества, которое там живет. Смысл в том, что это знание, оно должно оплодотворять как бы человека, то есть чтобы оно принесло плод. А люди, которые это знание получают, они должны находиться в чистоте. Имеется в виду в атмосфере. В атмосфере, да. И мы должны это сделать, это мы должны делать, это наша главная работа сейчас, потому что трансцендентное знание есть, но очень сильно оскверняется атмосфера. Вот в чем причина наших сложностей. Мы должны хранителями быть этой атмосферы. Мы должны знать, в чем заключается эта атмосфера. И поэтому я с вайшнавами очень часто обсуждаю этику. Потому что это главная мишень, на которую нацелена Кали, эпоха Кали. На разрушение нравственности в людях. И это затрагивает также преданных. У меня как раз этот тоже похожий вопрос был, что я хотел прояснить, почему люди, которые не целомудренно подходят, вот насчет шугара, что это запрещено, потому что они имеют такое суженное видение, именно сильное желание наслаждаться. И они вот и трансцендентное знание также берут с такой идеей, да, именно наслаждаться с помощью. То есть, как только шудра получает трансцендентное знание, он начинает сразу пытаться его использовать для каких-то меркантильных целей. Для своего возвышения, какой-то карьеры, там, для того, чтобы продемонстрировать перед кем-то свою ученость и так далее. То есть, иначе говоря, занять положение наслаждающегося. То есть, он немедленно, у него появляется вот этот рефлекс использовать это для какого-то своего, для своих каких-то целей. Корыстно. Это происходит, безусловно, на бессознательном уровне, где-то в подсознании. То есть человек, может быть, и не хочет этого, но это происходит само собой, потому что природа. Как в этом примере со скорпионом, да? Но это моя природа, извините. Что я могу сделать? Я понимаю, что это плохо, я уже 200 раз об этом слышал. Тринада Писа Ничина и так далее. Но, извините, но моя природа такая у меня. Что я могу сделать? То есть, то знание, которое мы получаем, подразумевает какой-то трансцендентный уровень, да? То есть, знание о том, как практиковать именно духовность. Но какое-то дается оно людям, которые живут в обществе, где лишено вот эта этика, где она отсутствует, как бы, да? И поэтому, когда люди, лишенные этики, пытаются перепрыгивать вот этот уровень,
на уровень духовного знания, то потом получается, что оно становится ядом для них, и они понимают, что они не могут его практиковать, потому что вот эта вот этика, она отсутствует. Мы вчера говорили о том, что если мы будем сводить вопрос к личной этике каждого преданного, мы упремся в тупик, потому что мы находимся в кали-югу, это нереально. Нет ни у кого никакой этики. Мы люди, мы не ведические люди. Но мы также говорили о том, что община, она как бы создает духовную этику в человеке благодаря действию внутренней энергии. То есть эта вещь, она существует независимо от нашей квалификации. Может возникнуть независимо от нашей квалификации. То есть, когда община с правильным образом преданные действуют в общине, то они чувствуют, как бы, они чувствуют, что вот эти греховные наклонности, которые были у них всю жизнь, они просто чувствуют, что они перестают в них работать. То есть человек, может быть, он и хотел бы проявить зависть, но у него не возникает этой энергии. Почему? Потому что люди, которые его окружают, это его братья, это его семья. То есть в этом случае зависть не проявляется. Зависть проявляется тогда, когда человек чувствует пустоту, когда он чувствует вакуум отношений, когда он находится в режиме индивидуального существования, индивидуалиста. Вот тогда проявляется личная этика. Поэтому наш путь заключается не в том, чтобы вот комплексовать по поводу того, что мы все как бы шудры и ниже, а он заключается в том, что мы понимаем, что когда мы с вайшнавами вступаем во взаимоотношения, то есть следуем наставлениям, которые говорит Рупа Госвами в нектаре наставлений Шрила Прабхупада, то мы начинаем чувствовать атмосферу, и наша квалификация это не квалификация индивида, это чудо вот этой жизни, ашрама, то есть общины. Ну, это надо говорить, это надо обсуждать, это непростой вопрос, но он работает. Вот суть в том, что это работает. Да. Ну, вот я, насколько понимаю, когда люди живут все в разных местах, и в одном все вместе живут, да, вот как в Ахмачарске ашрам, например, то вот в этой среде гораздо проще вот эту этику развить. И вот я знаю, насколько вот в Юрловском, например, ашрам или на Динамо, там очень избирательно подходят тому, кого брать туда. Стараются брать именно людей, которые наиболее целомудренны все-таки. И вот этот момент правильный или нет, вот, что мы должны как бы быть сострадательны ко всем и стараться, но все равно всех и нецеломудренных в такую атмосферу, да, в такой строящийся ашам, например, брать, чтобы их со временем. Или все-таки надо в какой-то момент набрать силу, вот, потом уже брать, чтобы пережигать вот это вот желание наслаждаться сильно, трансформировать его. Ну, в твоем вопросе уже есть ответ, в принципе. Понятно, что на начальном этапе преданные... Тут смысл заключается не в том, чтобы избирать или не избирать, а смысл заключается в том, что энергии вот этой вот общины, которая вырабатывает эту атмосферу, является не что иное, как сатсанга. То есть общение между преданными. Это сатсанга не обязательно означает, что преданные вместе живут. Они могут жить и в разных местах, но они должны находиться в сатсанге. Если находятся в сатсанге, тогда вырабатывается эта атмосфера. Вот. И вопрос заключается даже не в том, брать каких-то людей или не брать, а вопрос заключается в том, кто вступает в сатсангу. То есть если человек вступает в сатсангу, он квалифицирован для того, чтобы быть хранителем общины, хранителем ее атмосферы, и соседателем ее атмосферы. Если он не вступает в сатсангу, он находится во втором эшелоне, не в первом. Не потому, что он плохой, а потому, что он, ну, как бы, пока не созрел. То есть его желания пока не созрели до этого. Мы как раз об этом будем говорить вечером сегодня, об этих моментах, связанных со строительством общины. У вас момент, да? Эксплуатировать других – это объективное состояние, ну, всех людей. Ну, если даже святое имя закрывается в такой ситуации, то есть подальше держит, то на что должен медитировать этот человек, по отношению к которому направлено это желание? То
думать, он же тоже будет отстраняться. Угу. А вчера мы говорили как раз о том, что ну, медитация должна быть на то, что мы служим слуге, в парампаре находимся. Вот вопрос, на что медитировать должен человек, по отношению к которому направлено вот это желание эксплуатировать? То есть, я хочу вас эксплуатировать, и как вы должны себя вести в этой ситуации? Ну, это желание эксплуатировать, оно же у всех есть. Да. То, если оно к кому-то направлено, как должен вести себя тот человек правильно? По отношению к которому направлено? Да. Он должен просто ситуацию как бы человеку объяснить. То есть смысл милости, мы говорим милость, да? Милость означает, что мы видим, что человек неправильно относится, неправильно какие-то вещи делает, и мы должны, ну, как сказать, с ним ситуацию, ну, прояснить с ним эту ситуацию. То есть, к сожалению, это не всегда возможно. То есть, если человек просто ошибается, это одно. Если он просто, у него есть какие-то свои, какие-то цели свои, это другое. То есть, если человек просто ошибается, ты ему говоришь, что вот так вот не надо, потому что ну, это выглядит вот таким образом, то есть это создает дистанцию только. Человек, он меняется восприятие, он начинает по-другому воспринимать. Но если человеку есть какие-то конкретные свои цели, корыстные, эгоистические, это означает, что такой прямой способ донесения ну, послания он не воспримет. В этом случае уделом человека будет, безусловно, определенные неудачи. То есть человек должен будет пройти через неудачи и страдания, чтобы что-то понять. К сожалению, ситуация такая. Либо человек слушает то, что ему говорят, то есть как бы находится в позиции смирения, либо он вынужден страдать, чтобы избавиться от этого своего, вот этой своей какой-то наглости, вот этого своего желания эксплуатировать или брать что-то, то, что ему хочется взять. Вот. Записка. Для правильной атмосферы в общине насколько важны правильные отношения между равными, старшими и младшими? Чтобы была правильная атмосфера в общине, нужны старшие, равные и младшие, безусловно. Это означает правильная атмосфера в общине. Но проблема зачастую заключается в том, что вот эти старшие, равные и младшие, они не возникают, а они как бы предлагаются, имплантируются в отношения. То есть, например, у меня есть отношения с каким-то преданным, эти отношения, то есть отношения, которые есть между преданными, это отношения равных. То есть отношения между преданных, это отношения уважения, служения, мы все слуги. То есть в этом отношении мы все равны. Но различие возникает именно так потому, что кто-то из преданных, он более опытен. Он становится для нас старшим. Кто-то менее опытен, чем мы. Он становится для нас младшим. Да? То есть разделение на старших, равных и младших, оно происходит естественным образом в ткани отношений духовных. Но когда эти отношения устанавливаются искусственно, например, кто-то считает, что он старше, в принципе старше по отношению к нему. И вот он старший, он дает ему наставление, тот служит, все хорошо. Но возникает какой-то момент, когда этот человек, который старше, он должен повести себя как младший или как равный. А он вообще не понимает, что такое возможно. Понимаете? Потому что он обусловился, у него просто появились упадхи определенные, то есть представления, отождествления. Я старший. И когда как другой преданный что-то говорит, ему как пытается какую-то правду сказать, этот старший, он считает, что его оскорбляют. Понимаете? Если вы старше по определению, то как я могу вообще что-то сказать? То есть вопрос упирается, возникает тупик, возникает проблема во взаимоотношениях. То есть преданные должны понять, что мы все слуги. Поэтому если у меня есть какая-то проблема по отношению к вам, а вы старше, то если я не могу вам это сказать, ну, естественно, смиренно, без претензий, но сказать то, что меня беспокоит, это означает, что эти отношения, они материальные. Это просто материальная иерархия.
связано с внешней энергией. Это не внутренняя энергия Господа. Внутренняя энергия Господа означает, что я принимаю вас старшим, потому что вы действительно более опытный вайшнав, более зрелый вайшнав. Я испытываю к вам уважение и почтение. И из-за того, что у меня есть доверие к вам, в случае появления каких-то недоразумений или сложностей, я вам об этом скажу. Но если я не могу вам об этом сказать, значит, эти отношения ложны. В этом суть. Поэтому преданные должны понять, что все являются слугами Шрилы Прабхупады, Чайтанья Махапрабху. И в рамках этого понимания кто-то занимает положение старшего, возможно, временно. Возможно, это вечное положение. Это зависит от квалификации человека. Это не зависит от должности. Когда такое понимание есть старших, равных и младших, тогда возникает братство, возникает семья. В которой есть доверие. Если же эти отношения формируются по должности, то тогда механизм какой-то работает, но он не разрушает зависть. Зависть будет присутствовать. Будут присутствовать некоторые моменты вот недоверия в отношениях между преданными. Примерно в эту сторону. Да, пожалуйста. Мы на нашем уровне можем оценить или понять, в какой-то момент, что мы свободны от оскорбления святого имени или начало освобождения от оскорбления святого имени самостоятельно. Или же это должно как-то в другой форме прийти. Очень легко понять, насколько мы свободны от оскорбления святого имени. Если преданного тянет воспевать к святое имя, если у него есть влечение к воспеванию святого имени. Это фактор однозначный. Потому что то, что происходит, когда мы начинаем совершать оскорбление в воспевании, у нас теряется желание повторять святое имя. Мы теряем влечение к этому процессу. Поэтому если преданный обнаруживает, что ему становится все аскетичнее брать четки в руки, и воспевание святого имени приводит, создает для него очень серьезное напряжение и усталость, он должен понять, что его воспевание, оно, скажем так, страдает определенными, ну то есть там есть вещи, с которыми нужно разбираться. Но это не зависит от кармы, от этих последствий. Это от наших действий сейчас, в данный момент, возникает, или из прошлого это приходит? Это несущественно, потому что все, что мы видим, все, что сейчас, вот все, что мы с чем мы имеем дело сейчас, это и есть наше прошлое. Вот все, что сейчас вот и происходит, это прошлое. Потому что это уже есть. Неважно, это было 10 лет назад или 10 секунд, это все равно прошлое. Да. Хорошо. С чего начать строительство атмосферы нашей общины? Начать? Я бы сказал, продолжить. Атмосфера уже есть. Просто ее нужно усиливать, углублять. Нужно заниматься, нужно сосредотачиваться на усилении, создании более зрелой вайшнавской санги. То есть вот эти группы духовного общения между преданными, намахаты, бхакти-врикши, вот эти структуры вайшнавских санги, они имеют первостепенное значение. Именно с точки зрения Абхидеи, с точки зрения поклонения Радхи Говинде. То есть преданные должны, то есть преданное служение должно возникать, баджана крия должна быть следствием садху санги. Тогда вот эта атмосфера, она усиливается. А если баджана крия, она
возникает просто из шрадхи, то есть просто мы преданные, и нам нужно что-то делать. У нас куча дел. Нам нужно полы помыть, нам нужно потолок поддержать, чтобы он не упал. Нам нужно пойти побежать, просад приготовить, потому что если мы не приготовим, у нас будут серьезные проблемы. Да? То есть, если баджна-крия, она рождается из просто необходимости какой-то, она начинает незаметно для нас сползать в сторону, как бы в сферу внешней энергии. Ну, просто есть какая-то необходимость что-то делать, и мы из-за этого делаем. Но чтобы практическое преданное служение происходило в сфере внутренней энергии, баджна-крия должна быть, она должна порождаться энергией садху-санги, то есть она должна истекать из садху-санги. Тогда преданный совершает преданное служение, имея две квалификации принципиальные. Во-первых, видение. Садху-санга дает видение. И, соответственно, вторая вещь, которая возникает из этого, это энтузиазм. То есть желание совершать преданное служение. Когда есть эти вещи, то тогда то, что определяет веру, настоящую веру, Рупа Госвами дает нам определение веры, вот именно таким образом. Утсаха, нищая, дхарья. Вот эти три составляющие веры. Утсаха, нищая, дхарья. Нищая означает видение или убежденность. А дхарья, дхарья означает терпение или терпимость. Вот, как, она возникает тогда, когда преданного есть видение, он знает, что он делает, тогда он способен, у него есть энтузиазм, тогда он способен терпеть недостатки преданных, он способен терпеть какие-то аскезы, то есть он совершает аскезу с радостью. Потому что дхарья означает способность совершать аскезы ради того, что я как бы делаю, ради того, чему я себе посвятил. То есть человек это делает естественно, это делает его сильнее и чище. Но если мы совершаем аскезу просто в силу необходимости, то есть нам надо что-то делать, и поэтому мы должны идти на какие-то трудности, то такая аскеза, она приводит к ожесточению. То есть она усиливает, ожесточает преданных. Поэтому крайне важно, чтобы в общине развивались вот эти санги преданных, чтобы они становились источниками духовной энергии для общины и для выполнения всех дел в общине практически. Вот это совершенство. То есть совершенство заключается не в том, чтобы просто собираться и болтать. И совершенство также не заключается в том, чтобы бегать и делать что-то практическое. Совершенство заключается в том, чтобы болтать и после этого делать что-то практическое. Вот в этом суть. Когда преданные общаются и в результате возникает практический результат, вот это приводит к очень могущественному процессу очищения, к баджна-крии, к настоящей баджна-крии, которая является основой для анартха-неврити. То есть если нет настоящей баджна-крии, то нет и анартха-неврити. Потому что та баджна-крия, которую преданные совершают под влиянием внешней энергии, да, баджна-крии, то есть просто практическое какое-то служение, оно не приводит к анартха-неврити. То есть это выглядит как баджна-крия, но это не баджна-крия. Как можно понять, баджна-крия или не баджна-крия? Это очень просто. Если анартха-неврити. Если преданный чувствует, что его зависть, его проблемы, его критика, его какая-то апатия какая-то, вот чувство какой-то собственной, какой-то вот, ну там, бесполезности, там еще чего-то. Если он видит, что все эти вещи не уходят из сердца, он может понять, что его преданное служение является баджана-крией. В противном случае это просто имитация. Вот насчет садху-санги, когда понимается именно, что преданные как раз и любят собираться, чтобы обсудить, как они могут еще лучшими слугами стать совместно. Что они могут замечательного для Кришны сделать, для Вайшнавы. Вот это объект их обсуждений, да, садху-санги, их медитации. Что они как раз и собираются, чтобы вот этот плод достичь какой-то, что-то замечательное сделать для миссии, для Шрилы Прабхупады, с этой целью, садху-санги занимаются. Правильно? Это и так, и не так. То есть смотрите, как это происходит. Вообще сама по себе санга преданных,
сама по себе санга преданная. Это уже совершенство. Это прайоджана. Прайоджана – это духовный мир. Это санга. И именно она порождает абхидею. То есть абхидея, она возникает из... как бы, если абхидея не связана с прайоджаной, то она материальна. И, соответственно, самбанха порождается тогда, когда есть абхидея. То есть без абхидеи самбанха – это просто теория. Поэтому смысл какой? Когда преданные вместе собираются, они не должны думать, что вот мы собираемся просто вот потому, что вот мы чего-то хотим достичь. Нет. То, что мы собираемся – это вечная реальность. Мы фактически мы должны понимать, что общество преданных – это духовный мир. То есть мы должны чувствовать в этом совершенство. Иначе наши отношения будут не бескорыстными. Будет присутствовать момент, ну вот, я с этими преданными для того, чтобы очиститься, стать, ну там, чистым преданным и так далее. Но когда я стану чистым преданным, все это мне будет уже не нужно. Это как в отношениях с духовным учителем. Да, мы приходим к духовному учителю, мы думаем, что он нам нужен для того, чтобы достичь какого-то, ну, духовного прогресса. После того, как мы достигаем этого прогресса, гуру уже не нужен, мы его выбрасываем. То есть духовный прогресс у преданных начинается тогда, когда преданные понимают, что вот с этими преданными я буду жить вечно. Вот. Это есть прайоджана, это духовный мир. Представляете, как вы можете придираться и критиковать людей, с которыми вы будете жить вечно? Вы можете выражать какое-то недовольство, придирки какие-то устраивать, только в том случае, если вы думаете, ну это временно, это вот как бы вот такие вот собрались тут, как бы неофиты. Ну, мы тут как бы просто собрались, чтобы попортить друг другу нервы и почистить друг друга. Но это ненадолго. 2-3 года я стану возвышенным преданным, и у меня будет санга очень возвышенная, я буду общаться со своим духовным учителем, с Радхой Говиндой, там, у меня будет очень возвышенная санга там и так далее. Это, по сути дела, имперсонализм, то есть просто имперсонализм. Мы должны понять, что вот те преданные, с которыми мы есть, вот которые есть сейчас, вот это и есть наша семья. Вот только в таком умонастроении можно вступать в сад санга. Потому что сад присутствует. Вечность. Вот. А иначе, если мы рассматриваем это как средство просто, общество преданных – это средство для достижения нирваны. Это имперсонализм. Философия майявады. То есть означает, что общество преданных – это просто некий инструмент, некое средство для достижения моих личных целей. Мой духовный учитель – это средство для достижения моих личных целей. Это имперсонализм. Философия имперсонализма. Хотя этически она у нас есть. То есть на уровне этики мы именно так и думаем. То есть это вот то, что я сейчас говорю, это слова, это теория. На уровне этики, на уровне природы человека, да, то есть этот имперсонализм есть в нас. И поэтому у нас процесс бхакти-йоги, он сталкивается со сложностями, потому что мы не понимаем именно, когда вот эти моменты проявляются, когда мы сталкиваемся с этим, мы этого не видим. То есть если я понимаю, что отношения с этим преданным, они вечны, находятся в сфере брахмана, в сфере сад, в сфере духовного мира, то тогда, если у меня появляются какие-то проблемы с ним, с какие-то сложности, я сделаю все, чтобы ситуацию прояснить, чтобы ее изменить. А если я думаю, что это временное отношение, я подумаю, ну ладно, обиделся, ну потом со всеми бывает. Ну, без него проживем. Без него проживем нормально. Тут и другие есть, покруче. Вот. Это очень опасные вещи, с ними надо разбираться. Иначе говоря, строя отношения с преданными, мы учимся строить отношения с Богом. То есть если мы правильно не учимся строить отношения с преданными, окружающими нас, мы не сможем заметить за этим миром Бога. Бог – это Радха и Кришна. Бог – это не просто Кришна. Радха и Кришна. То есть Радха, она, Радхарани, она является хозяйкой мира отношений. Поэтому если мы пренебрегаем преданным, мы совершаем апарадху.
установив правильное отношение с преданными, у нас будет доступ к градке Кришны. Ну, конечно. Первое оскорбление святого имени совершает человек, когда он пренебрегает вайшнавам. Когда мы находимся в процессе анатха-ниврити, то это проявляется таким образом, на уровне ощущений. Снаружи тяжеловато, а внутри приятно. То есть, когда мы занимаемся деятельностью, практической деятельностью, вот когда мы с преданными просто болтаем о чем-то, ну, о чем-то приятном, то все хорошо, никакого анатха-ниврити нет. Но когда в результате разговора с преданным возникает совместная деятельность, то сразу начинается анатха-ниврити. Потому что когда вы с людьми начинаете что-то делать, то сразу появляются сложности. Согласны, да? Когда вы ничего не делаете с людьми, все хорошо, все красивые, все улыбаются, все идеально. Но как только вы начинаете что-то делать, то вы начинаете входить в сферу, вот именно в сферу как бы реальности, да, реальности отношений. Тут проявляются сложности. И вот когда мы входим в эту сферу деятельности практической, и мы как бы, но эта практическая деятельность, она порождена общением с преданным, то есть есть вдохновение, есть, ну, видение, то тогда преданный сознательно принимает эти трудности, он учится, делает какие-то выводы, разбирается с окружающими людьми, что-то проясняет. И поэтому у него такое состояние, снаружи все тяжеловато, а внутри приятно, что он чувствует, что он растет, он чувствует, что он чему-то учится, он чувствует, что он освобождается от предубеждений каких-то, он чувствует, что у него появляется какая-то зрелость, способность видеть природу людей и так далее. То есть это удивительное чувство обретения вигьяны, истинной реализации. Вот это вот как раз сопровождает анатха-ниврити. То есть анатха-ниврити означает, что снаружи не просто, но внутри зато вот есть сокровище, есть то, что человек может, ну, является источником радости. Потому что некоторые преданные думают, что анатха-ниврити — это когда все время бьют по голове. И никакого нету, как сказать, никакого счастья в этом процессе нет. Ничего подобного. Анатха-ниврити является частью процесса бхакти-йоги. И поэтому анатха-ниврити приносит такую же радость, как и другие процессы бхакти-йоги. Такие как шраванам, там сатсанга, баджан-крия, анатха-ниврити, ручи. Это все определенные как бы сферы бхакти, которые приносят свой вкус. То есть в каждой из этих сфер есть свой вкус. Я запутал, да? Все. Да. Поклоняясь домашним божествам, там, находясь вне общности какой-то людей или в Гималаях, там, медитируя, ну, невозможно проникнуть в эту вот сферу отношений личных и анатха-ниврити испытать. Нет, если вы в Гималаях, то какие проблемы? То есть отношения с Господом — это тоже отношения. Есть две личности — вы и Господь. Но отношения есть, безусловно. Просто когда есть еще и другие люди, то отношения, они расширяются. Например, вот это как бывает, вот вы, допустим, со мной общаетесь, да, и хотите со мной отношений. А вот другой человек, с которым, который тоже на вас смотрит, вы им пренебрегаете, вы ведете себя по отношению с ним нечестно. И я думаю, он так себя с ним ведет, а со мной как-то по-другому. Что-то тут не то. Понимаете, да? То есть, если, например, вы какого-то человека критикуете за спиной,
А я думаю, а со мной у вас хорошие отношения будут. Я думаю, так он же меня тоже может критиковать за спиной. То есть эта вещь, она естественно присутствует во взаимоотношениях. Поэтому, когда отношений много, то отношения с Богом становятся в контексте этих отношений. А если других людей нет, есть только вы и Господь, ну, Кришна, там тоже есть отношения. То есть тоже сфера отношений. Разницы никакой нет. Законы одни и те же будут в любом случае. Да, несколько преданных задают вопросы. У нас ток-шоу или что? Все преданные должны задавать вопросы. И, кстати, что у нас там со временем? Какая ситуация? Что я не контролирую? Сидят все, кто может остаться. Ага, хорошо. То есть мы будем ждать того, пока все будут расходиться. Ладно, хорошо. Вопрос. Такое-то сокровище другим передавать. Сокровище? Какое сокровище? Ну, о чистоте сознания, да, то есть о духовной реализации. То есть То есть мы можем это как-то отдавать, то есть передавать это? Это хороший вопрос. Слишком тонкий момент, что это не передашь. Это хороший вопрос. Вот я просто могу сказать, что по моему опыту это невозможно. В этом вся проблема. Понимаете, как это работает? То есть невозможно это человеку объяснить. Потому что он все равно не поймет. Это вещи, нравственность, этика, они не являются предметом слова. Вот мы сейчас говорим слова, да? На самом деле эти моменты объясняются тогда, когда вы наблюдаете, как люди общаются друг с другом. Вот тогда тут можно влиять. Помогать человеку получить знания. То есть, но это знание он получает сам из своего личного опыта. Вы просто помогаете ему что-то увидеть. Но до того момента, пока человек не вошел в сферу отношений и не начал там ломать дрова, объяснить человеку, как это все, ну, что это все знание собой представляет, нереально. То есть вот дать вот такой академический курс по вайшнавской этике, например, это смешно. Сможешь объяснить этикет, что не надо ноги там вытягивать по отношению к преданному, там, не надо через него перешагивать, не надо там из своей тарелки предлагать покушать там другому человеку или что-то такое. Эти вещи можно объяснить, потому что они имеют внешние, так сказать, параметры, да, то есть то, что можно увидеть. Но ценности объяснить вот так вот, ну, не получится. Да, мне один преданный недавно написал, что такое письмо, где говорит, вот один преданный, значит, снял себе носки и предложил другому преданному, ты не хочешь мои носки получить? Подарок такой, ну как вот, благоприятно от преданных получать просад. Да-да, типа разогревнати, даже процитированную шлопу руку поставить. Представляете, я вообще первый раз, 20 лет знаю, такой яркий такой пример получил, вот, проявление взаимоотношений в личности. Он даже материалист такой в голову не может прийти. А у преданных возможно такое, там же пыль со стоп. Ценная субстанция. Решила облагодетельство другого человека. Я же мантру повторяю, значит, пыль, она заряжена. Как по-другому. Иногда преданные говорят, звонят, допустим, по телефону, спрашивают, кто, с кем имею честь, он говорит, я такой-то, такой-то прабху. И он такой, ну, спокойно так говорит, с радостью, то есть, прабху звонит, пожалуйста. Обратите внимание. Ну, то есть, люди не знают элементарного этикета, да? Но за этим же стоит этика определенная. То есть, если человек себя прабху называет, это же, ну, как вот это объяснить человеку?
Не объяснишь все, просто понимаете, что нельзя объяснить, что значит быть слугой, например, да, это же определенное внутреннее состояние в отношении к миру, к людям. И все, и мы нравственны. Вот. Как только мы выходим из этой сферы, то мы как бы, ну, уже и не нравственны. То есть не так важно там, даже здороваться с людьми, которых мы знаем. Не так важно быть внимательными, чуткими и все остальное. Как это Это тоже важный такой момент хороший. Мне очень нравится, как Магна Махан Прабху в свое время объяснил эту вещь. Сейчас многие при этом используют его терминологию. Есть носители нравственности, есть переносчики. То есть, если преданный оказался в вайшнавской атмосфере, он может вести себя нормально, это просто влияние общины. То есть, это как бы отраженная этика, это не его. Это как намабхас такой. Вот. Но когда человек действительно живет в общине, он пропитывается этими ценностями, он становится носителем этих ценностей. И на самом деле, сокровищем общины являются именно носители вайшнавских ценностей. И в какое бы место они ни поехали, они будут вокруг них будут создаваться общины. Потому что они несут в себе этот опыт, удивительный опыт отношений, любви между преданными, совместного преданного служения. То есть в их сердце живет мечта жить во Вриндаване. Вот именно в таком месте, где преданные вступают в настоящие отношения, где царствующая мать Радхарани. То есть в их сердце живет идеал. И поэтому, куда бы они ни приезжали, там этот идеал проявляется. Вот это настоящий преданный, настоящий вайшнав. Вот. Поэтому, конечно, есть те преданные, которые являются переносчиками всего этого. Они даже не знают, они думают, что они носители. Ты что можно посоветовать переносчику? Переносчику можно посоветовать общаться с носителями, потому что благодаря общению они не видят ценности, они начинают как бы сами исповедовать, начинают сами мечтать, они начинают сами жить вот этими идеалами благодаря общению. А вот спросить можно? Раздался голос. Ссылки. Какая разница между чем и чем? Ну вот, что вы, как я понял, что вы говорите переносчики, как трансцендентного знания, да? И какая разница, переносит он, заносит? Да никакой разницы нету, если речь идет о людях, о других. Но когда речь идет о вас самих, то разница есть. Например, мы все являемся переносчиками послания Бхакти. Допустим, мы распространяем книги, да? Когда мы распространяем книги людям, мы кем являемся? Переносчиками. Мы же не Прабхупада. Мы Прабхупада. У нас есть книги Прабхупады. Мы являемся переносчиками кого? Прабхупады. Вот. Но Прабхупада говорил: дорогие мои переносчики, вы должны не только переносить эти книги, но вы еще должны их читать. Потому что когда вы их читаете, вы становитесь носителями сознания Прабхупады. Поэтому с определенной точки зрения нет разницы, переносчик ты или носитель, но Прабхупада хотел большего. Если есть такое общение с преданными, допустим, как бы мы можем общаться на определенной платформе со всеми преданными, но есть и единомышленники, то есть такое более глубокое общение, которое подразумевает именно сатсангу, да? То есть вот совместное такое более глубокое, где меня понимают, я понимаю.
То есть, находясь в обществе единомышленников, мы также уважаем, допустим, и других преданных, потому что у них есть свое какое-то индивидуальное, и также, допустим, группа, где они там собираются. И то есть, вот, не является же вот это, вот, допустим, каким-то противоречием, что мы, сохраняя уважение к другим группам общения, занимаясь совместным служением, когда это нужно, большое, допустим, целый ядро или еще что-то. Но при этом, находясь в обществе единомышленников, мы вдохновляемся еще сильнее, там что-то изучаем, проникаем глубже. Это вы прямо идеал какой-то описали? Потому что у обычного преданных бывает по-другому. Часто, не обычно, а часто. Что у нас есть между собойчик какой-то, единомышленников. И мы думаем, мы самые такие вот особенные. Вот у нас вот такое настроение, и тут и такого настроения нет. И это приводит к такому сектанству внутри общества преданных, что другие санги преданных мы начинаем их рассматривать как второстепенные, да? То есть это проявляется, например, преданные говорят там, вот на Махата, вот тут вот мы очень глубоко общаемся, а вот Бхактивикши, вот там все очень поверхностно, вот они там такие, как они там просто в раджасе все носятся, как бы, а у нас вот такая санга, мы копаем, у нас вот все. Да. А Бхактивикши там сидят, говорят, эти на Махата, это просто болото просто какое-то, просто планктон, мы вот Бхактивикши. Мы крутые, мы тут проповедуем, у нас люди, у нас тут движняк постоянно, мы всегда в процессе. Вот у нас круто, да? Да, ты прав. И вот они счастливы, у них такая сварупа, понимаете, самореализация такая. То есть у одного сварупа бхакти врикша, такая, дживера сварупа хая. А у другого сварупа это такая мамахата такая, то есть он там нашел себя. И все, и они и бесполезны, понимаете? То есть вот я вот с этим сталкиваюсь очень часто. Но если преданный в экстазе, в миссии Бхактивикши, и он много, ну, он действительно проповедует, он общается с преданными, он разбирает, он все. И при этом он думает, ну замечательно, преданный собирается на махатах, у них там есть санга, они там что-то делают, ну прекрасно. То есть он искренне чувствует уважение, он может там спросить что-то, обменяться опытом там, и так далее. То есть, если вот эта вещь есть, то тогда это совершенство. Это настоящий как бы дух общения. Потому что в духовном мире такая же ситуация. Там есть группы преданных, там есть ганы, гопи. Они разные. В одной группе гопи, там такое настроение, другая гопи, если туда зайдет, она не поймет вообще, что? И вообще будет непонятно. То есть настроение другое, Кришна как-то какое-то другое, ну, то есть настроение другое, но эти преданные, они не испытывают друг другу уважения, у них есть соревнования между собой такое трансцендентное, то есть они, ну, находятся в какой-то целостности, и Кришне это нравится. То есть наш принцип нашей духовной жизни, он вот такой, это наш принцип, это многоукладность. Сознание Кришны должно быть многоукладным. И уникальность исконна именно в этом, что он многоукладен. Когда нам говорят, вот искон, да, искон, как бы он такой вот, а вот Гаудия Матха это да, вот там вот как бы, или наоборот. Но когда человек говорит искон, я у него спрашиваю, а какой искон? Ты про какой искон? У нас искон в Омске это одно, в Барнауле другое, в Москве третье. То есть у нас разница между исконами, она гораздо больше, чем между исконом и Гаудия Матха. Поэтому, когда говорит человек искон, я говорю, ну извини, ну, ты ж, говоришь, когда говоришь искон, то все равно что сказать вселенная. То есть, приезжают преданные из искона в Майпур, ты просто ходишь, там черные преданные, желтые преданные, белые преданные, всякие разные преданные. И эти еще там разные настроения во всем этом, понимаете? Вот. Поэтому единственное, что нас всех объединяет, это именно приверженность миссии Санкиртаны, который является вселенской миссией, где могут участвовать все люди, и даже жучки могут участвовать в миссии Санкиртаны, если мы когда-нибудь до этого дойдем, конечно. Вот сейчас даже с людьми еще не можем справиться, только с жучками. Вот. То есть,
То, что нас объединяет, это миссия Санкиртаны, и то, что тот, кто принес эту миссию как бы весь мир, Джагадгуру, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада тоже очень разный. Некоторые преданные говорят, а вот Шрила Прабхупада сказал, а другой говорит, а я Шрила Прабхупада другое слышал вообще. У тебя свой Прабхупада, у меня свой Прабхупада. Ну что, вы даже если вы посмотрите просто видео Прабхупады, Прабхупады всегда разные. Тут он улыбается такой вот, такой, ну просто как масло такое. То есть вообще никакого от него не исходит там какого-то вот желания, там какой-то власти. Он просто такой, как ребенок. Просто как ребенок, малое дитя. В другом месте он такой суровый, там громит кого-нибудь, там будут ослы там. Экстремист, короче. И преданный может подумать, ну как бы вот Прабхупада, вот он вот такой. А Прабхупада он разный. Потому что когда в сердце человека живет бхава, экстатические эмоции, он может просто меняться радикально. Почему? Потому что им движет вот это вот чувство, как бы, непостижимой воли Господа. И поэтому человек может вести себя по-разному, он может быть жестким, может быть мягким и так далее. Поэтому все эти разговоры, это просто, знаете, просто людям нравится навязывать свое представление. Вот у меня есть определенное видение, я вот написал вот так вот это должно быть, другой напишет по-другому. Но суть заключается в том, что мы должны учиться всему, что мы воспринимаем. Но не надо воспринимать все за чистую монету. Потому что люди, они просто говорят с определенным настроением, с определенного понимания. Но мы еще своего настроения не знаем. Нам наше как бы настроение в сознании Кришны еще не открыто. Поэтому то, что вы сказали, это хорошо, когда у преданного есть единомышленники. Но при этом нужно остерегаться сектантского духа. Это главное требование. А вот сектантского духа это как понять? Я только что объяснил. Потому что вот, как бы, я такой, и все остальные тоже такие, как бы, да, должны быть? Только что было объяснено все. Да. Играет ли какую-то роль вот это сознание обязанности, сознание определенного правильного взаимоотношения с людьми, исполнения своих обязанностей в отношении родственников, в отношении знакомых, друзей, старших, младших и так далее? Или нам достаточно просто практиковать вот эту энергию личности и как бы все автоматически хорошо и так далее? Потому что иногда странно становится, что может быть видно, что человек зрелый и как-то опытный, но в отношениях с другими, например, он может быть недостаточно чуток или там еще вот что-то такое. То есть является ли вот этот уровень обязанностей, понимания, да, просто человеческих взаимоотношений каким-то помощником, или это не обязательно? Для преданного нет разницы. То есть преданный не разделяет мир на мир как бы обязанностей и мир служения. То есть очень, очень интересно, что почему-то в нашем обиходе утвердилась такая вещь, что вот преданное служение трансцендентно, а исполнение, например, семейного долга – это некий компромисс, на который мы должны идти. И любых других обязанностей. То есть это порочная философия, опять же, исходит из имперсонализма. То есть имперсонализм говорит, что есть чистая духовность, есть майя. И майя является противоположностью духа. Поэтому, если вы хотите достичь духовного состояния, то вы должны отречься от майи. И вот этот дух отречения, он присутствует в обществе преданных как некое противопоставление сознания Кришны, исполнение каких-то внешних обязанностей, которые рассматриваются как определенная такая временная неизбежность, необходимость. И поэтому даже если преданный исполняет свои обязанности по отношению, допустим, к родственникам, то внутри у него все равно присутствует некое отчуждение от них. Из-за того, что у него присутствует отчуждение, родственники испытывают в конечном счете отчуждение и противостояние сознанию Кришны.
Вот, эта проблема очень серьезная, и эта проблема, она как раз связана с тем, что преданный может не понимать, что в своей жизни, в которой мы живем, преданного служения, у нас присутствуют как бы, у нас присутствуют вот это вот, как бы, мир, в котором мы живем в преданном служении, это мир вот этой семьи, он означает, что наши родственники, они тоже являются частью этой семьи. То есть мы должны рассматривать своих родственников как часть семьи духовной. Они могут не быть практикующими, преданными и так далее, они могут быть просто частью нашей семьи, это может быть наши друзья и так далее, друзья преданные. Вот это идеально. То есть нужно рассматривать своих родственников как друзей на этом пути. Тогда исполнение обязанностей, оно не будет обременительным, не будет как бы противоречить идеалам преданного служения. Это на самом деле большая тема, я думаю, что ее стоит вечером понять, потому что она непосредственно связана со строительством общины, ну как бы как социальным явлением. Я думаю, нам что запятую можно ставить уже. Чего? Бхагават Прасаданам Ки? Да! Шрупада Ки? Да! Дакшина Бхагаватам Ки? Да! Гуру Приямананда Ки? Да! Участвуем в служении. Будьте добры, пожалуйста, вот минут через 5 собраться вот здесь наверху, поучаствовать там удобно. Телефон не оставьте свой, потом позвоните, я вам все скину через минуту. Ты будешь уходить?